Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 125, упражнение номер 266. Прочитайте. Мы вышли на берег озера. В лугах кричали ночные птицы. За озером шел небольшой дождь. Широкая радуга стояла над лесом. Кучевые облака громоздились в небе. На поляне я увидел синие цветы. Паустовский. Спишите любое предложение, разберите его по членам предложения. Запишем все предложения. Мы раздельно вышли на раздельно берег озера. В раздельно лугах кричали ночные птицы. Точка. За раздельно озером шо с буквой ёл. Небольшой дождь. Широкая радуга стояла над раздельно лесом. Кучевые облака громоздились в раздельно небе. На раздельно поляне я увидел синие цветы. Разберем первое предложение по членам. Предложение говорится про нас. Мы – это подлежащее. Вышли – это сказуемое. Вышли куда? На берег. Это обстоятельство. На берег чего? Озеро – это дополнение. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.